Я бы хотел путешествовать много, с природой сливаясь, лежать на песке. Или прийти уже все-таки к Богу, не стесняясь дырки в носке. Хочу днями глядеть на капризное солнце, на небесную синь облаков кудрявый парад, и улыбаться, когда засмеется нерожденный мой сын, будто я ему рад. Но я просто тело, что тупо болит. Нелепое тело, что тупо болит. Мне бы стать сигаретой и развеяться пеплом по ветру, или просто лучиком света и сиять. Но, блядь, не верится в это. Ведь я просто тело, что тупо болит. Тело. Нелепое тело, что тупо болит. Мне бы ракетой улететь на другую планету, или болеть, перестав на это. Нелепое тело, что тупо болит. Ребят, всем большой привет! Только что прослушали мой кавер на песню ЛСП «Тело». Да, песня просто офигенная. С вами полностью согласен. Если понравился кавер, обязательно ставьте лайк. Набираем 2000 лайков, я сделаю разбор на эту песню. По сути, песня легкая, там аккорды и один бой. Ну и еще переборчик небольшой. То есть, сами справитесь, я думаю. Но если вдруг понадобится, обращайтесь. Вот на такой вот цифровик я снимал данный кавер. Panasonic Lumix. Именно на этот цифровик я снял огромное количество своих первых роликов. А где Canon, вы спросите? Где Canon, Раиль? Где 550-й? Все дело в том, что он лежит сейчас в реанимации. Две батарейки заказал, жду. Скоро придут. Да, умерли батареечки. Поэтому нет возможности снимать много-много видео. Но это не беда. Цифровик выручает всегда. Ребята, кстати, есть возможность у вас выиграть сейчас бесплатно электрогитару. Эту гитару разыгрывает музыкальный канал Светомас. В общем, условия конкурса найдете в описании под видео. Там есть видео, где чувак рассказывает все условия конкурса. Они очень простые, там всего лишь подписаться. Так что, ребята, у вас скоро появится гитара у кого-то. Ну, а я вам желаю удачи, успехов, занимайтесь творчеством, совершенствуйтесь и не будьте просто телом. Всем удачи, всем пока!